9 декабря 2013 года в Рязанский международный следственный отдел поступил, 16 часов 10 минут поступило сообщение, что в поселке Искра обнаружены трупы женщины, двух ее малолетних детей с признаками насильственной смерти. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа и действительно этот факт подтвердился. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами АВ, часть 2, статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. По имеющимся сейчас данным, было установлено, что Кичатова, погибшая, развелась со своим мужем полтора года назад. Он с ним общался, заподозрив то, что не пришли в школу, не пришла в школу 12-летняя дочь, стал ей название. Впоследствии было установлено, что в квартире, где они проживали, горит свет. Это вызвало подозрение у родственников, в том числе этот бывший муж и другие родственники начали ломать дверь. Ломав дверь, обнаружили, что там действительно находятся трупы. А сам он задержан? В настоящее время проводятся с ним следственные действия. В настоящее время нет.